друзья мои, всем привет. Вот сегодня стартует наш проект. Будем делать очень интересный объект. Три огромных зала. Сегодня стартуем комнату чуть меньше, чем 140 квадратных метров. Сейчас все покажу и расскажу. И буду показывать поэтапно, как мы что делаем. Заходим в помещение. Что мы тут сделали? Демонтаж всяких металлических изделий, которые тут были. Это бывший свинарник. Потолок у нас USB. Так, снизу есть сливы. Пол неровный. Будем все равнять с помощью каркаса. Вот вторая комната. Начинаем нашу всю процедуру с того, что мы должны сделать ферму малозатратной по электроэнергии, так как топить мы, скорее всего, будем в основном воздух, и высота потолков здесь невысокая, это у нас устраивает. Начинаем с того, что взяли рейки, сейчас будем набивать вату, утеплять стены, потолок, ну а после этого начинать собирать каркасы. Итого, помещение, как всегда, убитое, старое, но нам это не принципиально, потому что с этого со всего мы будем постепенно делать конфетку. Эту стенку мы не убирали, так как нет необходимости, это будет дополнительное ребро жесткости у нас. Здесь мы тоже сделаем один огромный бассейн. Простенок мы убрали для того, чтобы легче циркулировал воздух и чтобы из помещения в помещение был один централизованный проход. Так что смотрим дальше и стартуем. Итого, друзья, мы на этой ферме будем выращивать, как всегда, креветку Розенберга и австралийского рака. Весь процесс стройки показывать не буду, потому что он, в принципе, ничем не отличается от предыдущих моих роликов, там, где мы показывали каждый день поэтапно, что как удостроиться. Но буду показывать начало и конец, как мы обустроили и что мы сделали. Что интересно, здесь у нас огромное помещение на 1000 квадратных метров, мы его на 100% будем задействовать под работу. Как всегда, мы будем выращивать две аквакультуры, и креветку, и рака, потому что одно за другим тянется и так далее. Спасибо за внимание, смотрите другие наши видео, извиняюсь за то, что надолго пропадаем, но, во-первых, в этом году чуть-чуть не до контента, а второе, по факту есть работа, но руки на видеообзоры, на такую всякую творческую деятельность сильно не стоят, потому все будем частично отснимать, показывать. Но самое, за что рад, что в Украине этот бизнес продолжает развиваться и при правильном подходе на этом бизнесе можно заработать неплохие деньги. Очень много подводных камней, которых вы уже многие знаете, но при правильном подходе, при включении, надо везде включать мозг, при включении мозга, то с любого направления можно сделать хороший бизнес. Кому что-то интересно, можете перезвонить, снизу в описании контактные данные наши, а так, по возможности буду отснимать и выкладывать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Кому что-то интересует по оборудованию для бассейнов, для прудов, для что угодно, переходите на наш сайт zookool.ua. Спасибо и до скорых встреч.